А, руками заступил. Да, и ты заступил, вот. Стратил. Блин, и ты заступил, вот руки. Не-не-не, это не я, отойди. Ну давай на чистом месте прыгать без рук. Отойди. Без рук? Отходи, да, без рук. Ну так я сейчас расчищу. Ты без рук, и я без рук. Мы без рук. А бельчики? Так, разминка. Давай быстрей. Стой, бельчик. Это нихера все не считается. Сейчас. Да, заграбляем. Сейчас один пробный, чтобы я почувствовал. А то вы уже. Нет, сразу. Не, я пробный. О. Да, давай. О! А это пробный был. Ну и я ж в ботинках. О. Давай. Так мощно. А ну, теперь я. Блин, ну вы даете. Другая тактика. Но я без рук. Эрик, ты делал ставку до разбега. Я шаги не рассчитал. Давай, Эрик. Отожди. Так, надо за это. Ага, ты по-хитрому, ты отсюда. Да. Бельчик, как всегда, разработал секретную тактику. Все, Бельчик, ты погиб. Так, вторая попытка. Пока что лидирую я, на втором Эрик. Как? Я лидирую. Нет, да. Бельчик, скажи. А ну давай, прыгай. Эрик, ты меньше. А ну давай, прыгай. Сейчас посмотрим. Видишь, опять. Ты без рук, и я без рук. Так. Первый прыжок. А, ну конечно, сейчас начинаешь. Так, ну что, я? Ну давай. Не, я думаю, надо чуть сбоку ложить. Не, чтоб Бельчик видел, что надо перепрыгнуть. Ну пусть. Эрик хочет, чтоб я тебя взул. Да. Давай, без рук. Ты без рук, Бельчик. Ох ты, без рук. Да блин. Это не то. Бельчик, в этом тоже мастерство. Подобрать ногу. Да, это ключ. В победе. Ключ в ноге. Я хотел оттолкнуться правой, но мне неудобно отталкиваться правой. Кто прыгнул? Ну я был близок от тебя. Да, сантиметров на 20 всего. Ты пошел не по той. Опа! Я как раз пошел по Эйнеровой. Да, по Эйнеровой первой. Хорошо. Почти 20 сантиметров. Давай, Бельчик. Почти. Ай, я фоткаю. Молодец. У меня обвалился кусок писка. Главное, что не кусок писка. Песок обвалился. Это нечестно. На торце острова очень много диких чаек. Поэтому мы будем тренироваться, как ловить чайку. Чтобы она не ожидала, и вы могли съесть ее, питаясь. Сейчас будет прыжок на чайку. Ла-ла-ла, Бэр Гриллс, иди ко мне, я порву тебя. Это не гроб, это телефонная будка. Нормально.
на краешке вселенной, говорю, перебьюсь перед лодкой так, чтобы не съезжать, а так риск какой-то чувствовался. Но... Греби. Давай! Я не покажусь тебе! Надо было вчера здесь сидеть, да? Бельчик, такой хвостик классный. Бельчик, а ну, тяни его. Тяни за эту штуку. Идем, не снимай себя. Так что, плеер сел.
Пацаны, чувствую, это будет первый раз, когда мы покупаемся. Надо было застраховать рюкзаки, чтобы привязать их. Чтобы... Да, надо к рюкзаку было хоть бутылку привязать. Чтобы если уже лодка перевернула, чтобы рюкзаки не повыпадали, а остались в ней. У меня там и палатка, но хоть спальник не взял. Не-не-не, я не дай бог рюкзак утоплю, еще не дай боже я утоплю фотик, это будет пиздец. Если сам, это ничего, но за фотик Оля тебя... Не, я думаю, лодка не перевернется, но некоторые из нас могут в воду упасть. Надо шлепки на всякий случай развязать, понимаешь? То грести неудобно будет. Ну, на всякий случай. Мало ли что. Так, а нормально, давай. Да, все. Не гребешь. Давайте не думать об этом. Сейчас все более-менее. Лишь бы никто не встал. Да, главное, чтобы никто не паниковал. Без паники, главное без паники. Да, и вы не спешите грести, лучше, лучше меньше, да лучше. Лучше подольше пожить, да? И вот они, и вот они, туристы моей мечты. Сливай пельчик, а то я один. Давайте пойте. Луч солнца золотого. Скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Соло Бельчика. Да, это я вчера тянул вас. Всю песню вытянул. Да, тут... А сегодня вы меня тяните. Бешеный ветер рвет паруса. Да не, без кокса эта песня теряет весь свой. Эрик, что за движуха у тебя? Да, у меня жопа. Ну терпи, терпи. У него жопа чувствует, потому что турбулентность была. Underwater. Сейчас будем мы под андерватором. Бельчик, тебе как больше нравится, форватер или андерватер? Андерватер. Андерватер? Ну, раскачивай лодку. Пара секунд, и все будет андерватер.